Окей, здесь у нас засада. Здесь у нас бригада шахтеров. Твою мать. Зашибись. Просто зашибись. Так, здесь изуняка собака. Если туда я пойду, там вылезет охотник. Он падает, короче, сверху. Оп! Твою мать. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы, мы вновь возвращаемся с вами в пещеры, в подземелье, короче, опять будем ходить по тупикам, опять будем ходить тупить, и в тупиках тупить, и, короче, блин, оружие у нас будет, патроны опять будут мало, будут кончаться. Но попробуем мы с вами за Клэр, наверное, да. Попробуем за Клэр пройти. Вот. Я думаю, все-таки даже вы в комментах писали, что за Клэр, скорее всего, будет как-то полегче. Забираю я, короче, все. Так, забираю я все. У меня всего три штуки оружия. Ну, блин, я не знаю. Так, старт. Окей. Я, блин, не знаю, насколько легко будет за Клэр. Вот. Так, давай я сразу сохранюсь здесь. Так, управление сюда-сюда. Это так вот, вот так вот. Это стрелять. Окей, я пробил там, короче, какую-то штуку. И я выяснил, короче, тоже мне писали, что в этих всяких лампочках есть всякие разные монетки. Монетки там все и такая т.д. и т.п. Так, короче, две травы у нас здесь есть. Запомним. Запомним, что здесь две травы есть. Вот. И также сказали, что финальный босс здесь не охотник. Для меня это будет сюрпризом, короче. Как бы придется немножко попадать. Так, хорошо. Арбалет мы взяли, арбалет мы оставляем. Мы ходим пока с пистолетом. Вот в этих вот штуках, короче, тут всякие вот есть монеты. Я надеюсь, что патронов нам более-менее хватит, потому что самая жопа это вот с патронами. Потому что их здесь очень мало. Здесь, как вот вы заметили, наверное, здесь... Оружие как такового как бы не вываливается. В принципе, оружия как такового нет. Ну, в плане патронов. Мешает. Да что будешь делать? Там провода эти. Так, ладно. Монетка исчезла, я не успел ее взять. Окей, здесь у нас засада. Здесь у нас бригада шахтеров вылезла. О, хорошо. А оружие больше нельзя взять. А ты твою мать. Так, хорошо. Блин. Почему нельзя взять оружие? Ну, в принципе, у меня три патрона, короче, осталось. Так, базуку я не собираюсь тратить. Умри. Хорошо, теперь мы возьмем с вами калашников. Так, дробаш, базука, эта штука. Давай походим с дробашом, короче. Вот, у меня патрон уже кончился. Так, мы дошли до развилки. Куда идти? Ходов целая куча. Мы вышли отсюда. Так, мы вышли отсюда. Вот отсюда.
Это, получается, будет проход, короче, обходной. Ну, как не обходной, короче, по кругу, да? Наверное. Я так думаю. Ну-ка. Просто взгляну, короче, если нет, то я вернусь назад. Так, хорош. Здесь у нас ни черта, в принципе, нет. Здесь у нас только летучие мыши и не разбивающиеся сундуки. Да ё-моё. Они респанятся здесь, падлы. Да умри ты, ё-моё. Сколько в тебя дроби-то надо? Жалко, нельзя прицелиться именно в голову, чтобы расшибить голову. Так, окей, погоди. Мы пришли вот отсюда. Там мы были. Здесь вот две двери. Две двери, куда идти, непонятно пока. Так, ладно, пойдем давай сюда. Прямо. Сходим прямо. Взглянем, что здесь. Хорошо. Так, летучих мышей мы уничтожаем. Патроны. Патроны. Блин, тут пистолет. Вот, смотри. Когда, блин, патроны нужны, их можно взять, их нет. Когда они нужны, их нельзя взять, они вот валяются. Твою мать. Так, погоди, здесь дверь. Там у нас еще одна дверь. На развилке есть еще одна дверь, которую мы не посмотрели. Хорошо, давай сюда. Здесь где-то, я думаю, в каждом уровне, в каждой локации, да что ты, в каждой локации есть, короче, сумочка. Да ёпти. Шахтер, это тут, блин, на углях, короче, поздоровее, таки поздоровели на углях, короче, копали-копали, подкачались мы и... Даже дробь не берет, их как кабана. Как в кабана надо, короче, сразу три. Вот это послабее. Хорошо. Так. Хорошо. Патрончики что-то стали давать. Ну, немного, но стали давать, в принципе. Мне главное, чтобы хватило патронов на босса. Иначе будет просто жопень. Просто жопень будет. Я, если честно, я не понимаю, куда иду. Просто. Так, хорошо. Эта дорога у нас ведет к мини-боссу червяку. Боссу червяку. Так, погоди, дай-ка я возьму вот эту штуку. Хорошо. Так, а теперь. Так, летучки, мышки. Хорошо. Уничтожим. Там еще один. Там еще один чувак. Там смотри. А, кстати, арбалет выпал. Хорошо. Хорошо. Неплохо так. Блин, патроны для пистолета не взять. Здесь... Пистолет-то вот, оно самое такое вот. На зомбаре как бы оно самое такое. Да ёб. Так, хорошо. И аптечка. Блин, мне не хочется тратить целую большую аптечку. Ладно, пофиг. Пофиг. Здесь, короче, мини-босс. Сохраняемся, его надо уничтожить. А,
Короче, выбираю базуку. Блин. Или все-таки попробовать вот этой штукой базуку оставить на... Базука оставить, короче, на этого, на босса. Твою мать. С какой стороны, блин, он, в принципе, показывается с какой стороны? Так. Зашибись! Просто зашибись! Вот это было круто, вот это было хорошо. Я, в принципе, немного всего потратил, в принципе. Да что тебя? Пещера-то ссаная. Да отвали ты. Мать, еще прыгает. Да сколько в тебя надо-то? Жесть. Говнюк. Так, трубы я взорвал. Из труб больше не вылезут. Аптечка. Так, ладно, пофиг. Беру аптечку. Если ходить, короче, все собирать, допустим, вот эти все монетки, вот эти вот всякие... Монетки, вот это все, всю дичь, короче, то, блин, патронов точно не хватит ни на что. Погоди, две... Одна собака здесь была? Да, одна собака здесь была. Окей. Так, туда нам не пройти. Здесь один путь. Здесь одна дорога. Вот. Патронов не хватит на все вот эти вот лампочки. Я не знаю, как здесь проходить. Даблкил просто, даблкил. Ну-ка давай еще раз так. Зачем я взял аптечку? Ёб твою мать, а? Зачем? Зачем я использовал аптечку? У меня и так целые жизни были. Зачем я это сделал? Так, здесь зуняка собака. Окей. А, он, наверное, с той стороны, с другой стороны, наверное, находится. Так, пошли вон. Хорошечно. Так, хорошо. Да блин, какой стойкий оловянный забяг. Угу. Так, а вот теперь, Ходов здесь очень много. Ходов здесь очень много. Так, если я сюда пойду, я получусь возле контейнеров с другой стороны. Давай. Посмотрим. Там у нас лизун. Лизун сосун. Лежать. Давай, давай, давай. Хорошо. Так, лизун сосун готов. Да, окей. Окей. Здесь 2-3. Сюда, либо сюда. Окей, давай сюда пройдем. Отлично. Минус зомби. Минус зомби. Там, смотри, за решеткой, короче, зомбари ходят. Можно сделать так? Опа! Опа! А тут, оказывается, можно еще и двери вот так открывать. Вот этот поворот. Вот этот поворот. Хорошо. Возможно, это тот проход, который мы не могли найти, короче. Или мы открывали эту дверь, я вот не помню. Открывали мы это или не открывали? Так, хорошо, здесь у нас проход. По звуку я слышу Хантера. Лежать, падла. Молокососная. Лежать, я говорю. Хорошо, отлично. Так, хорошо, здесь дверь у нас закрыта. Одна дверь вот здесь. Окей, идем сюда.
пока держимся, пока нормально, пока это все как бы терпимо. Блюотник. Шахтер-блюотник. Где ты еще? А, о. Вот эти в белых майках, получается, они не такие мощные, как бы, да? Но, в смысле? Не такие мощные. Хорошо, арбалет. То, что доктор прописал. Я не помню, были ли мы здесь, вот в этой области. Я почему-то не помню. Так, хорошо. А, были, были. Были, были, были. Я помню этого чудила, да, были. Были, 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 были. Были, 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 были. Хорошо, здесь у нас где-то есть охотник. Должен быть. Так, аптечка мне не нужна, в принципе. Если туда я пойду, там вылезет охотник. Он падает, короче, сверху. Оп! Твою мать. Напугал. Говнюк. Умри! Не бей меня, пожалуйста. Бежать. Так, один патрон. Я не знаю, правильно ли я пошел. Потому что есть еще дверь. Но, в принципе, если логически подумать, то я вот так пошел. Если я туда пойду, я пойду кругом. Так, стопэ. Я просто взгляну. Я хочу посмотреть, я просто взгляну. Если я пойду. Да что у тебя? Говню. Нет, 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 нет. Так. Автомат. Хорошо. Блин, оружие все. Дробаш кончился. Дробаш кончился, это плохо. Это очень плохо. Так, надо, короче, вот так вот очередями стрелять очередями. Блин, 61% уже, прикинь, 61%. Блин, если я сейчас, короче, выйду округло. Опа, да ладно, а здесь мы, по-моему, не были, да? Так, готов. Хорошо. Здесь мы, по-моему, не были в огне в этом. Хорошо. Хорошо. Уже что-то... Новые локации, уже что-то новое. Какого черта здесь все горит? Нет, 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 нет! Ты где? Да-д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 а
Хорошо. Отлично. Это просто отлично. Такой, блин. Появился тут неожиданно. Да топ, хорошо, хорошо. Опа. Опа. Вот это хорошо. Опа. Больше нельзя, блин, носить. Ладно. Да, пусть. Так, окей, откуда я вышел? Я, блин. Откуда я вышел? Погоди, вот так вот я вышел, да? Нет. Или вот так вот я вышел? Я вот так вышел? Вот так вот я вышел? И в какую сторону идти, мать его? Ладно, давай сохранимся здесь на распутье и... посмотрим.
да. Эти штуки могут, должны взорваться, окей. Так. Один остался. Так, 7% у меня автомата осталось. Это плохо. Это плохо, потому что у меня из оружия остались только мощнявые, короче, оружия, в принципе. И, блин, их тратить это... Чуть голожопов много. Ай-яй-яй, сзади, сейчас меня... Ой, базука! Так. Хорошо. Двоих сразу. Отлично! Ё-моё, сколько их... Так, а куда вообще идти-то, блин? Дорог вообще километр. Дорог километр. Дай-ка я вот так сохранюсь сейчас здесь. Ну-ка я сейчас здесь загляну. Так, хорошо. Понятно. Тут мы были. Нам сюда не надо. Отлично. Нам сюда не надо. Идем, короче, значит, в какую? Вот в эту дверь. Наверное. Погоди, а здесь... Чё-то похожая тоже какая-то штука, мы, по-моему, здесь были. Эти все двери, они ведут, короче, по кругу. Блин. Где выход-то? Где, мать его, чёртов выход? Да, здесь у нас... ну, да... Я и говорю. Нет, стой, погоди, дай-ка я сейчас, короче, я загружаю к чертовой матери, короче. Потому что, блин, ну это опять, мы пошли опять по кругу. Так, это где выход? Окей. Хорошо. Я предполагаю, нужно возвращаться... Так, погоди, смотри, патроны. Хорошо. Я предполагаю, надо возвращаться... Да, блин, патроны быстрее не взять. Ну, нет. Ёшкин-кошкин. Так, на развилку и идти, куда мы пошли. Мы ходили налево, да? Надо пойти направо. Откуда это? Откуда они взялись? Бежит. Так, вот тут. Это я все заберу. Опа! Это я все заберу. Хорошо, спасибо. И опа! Критично! Хорошо, блин, не взять. Так, хорош. Это у нас была типа такая вот вкусная, небольшая вкусная комната. Окей. Так, летучки. Их не было, когда я проходил, короче, первый раз, по-моему, да? Ну, какой первый раз? Ну, я вообще в этой комнате не был. Так, погоди. Откуда я тогда вышел? Вот отсюда? Где развилка-то, мать ее? Где ее, мать ее, развилка эта? Где развилка? Или я... Это я в конце лазю тоннеля. Сюда надо? Хорош.
здесь рукоблуд. Здесь рукоблуд стоит. Был рукоблуд. Что-то я не понял. Я не понял вообще что-то, Юна. Стой. Так, погоди. Я по любасу вышел отсюда. А, или отсюда. Погоди. Да, все, нашел дорогу, короче, я нашел дорогу. Так, блин, патроны для пистолетов дают, стали давать, но мне их не взять, мне тупо не взять. Так, хорошо, мы вернулись на развилку. Короче, вернулись на развилку, это мне не взять. Так, сохраняемся. Я, значит, ходил вон туда, пойдем вот сюда. А, нет, погоди. Погоди, погоди. Ну, сейчас, если зомбаки будут, то, значит, я опять перепутал дорогу. Нет, все хорошо. Все хорошо. Это какой-то этот бесполезный коридор просто. Это я вышел обратно. Это я вышел обратно. Так. Это я вышел обратно. Значит, мне сюда. Значит, мне сюда. Так, лизуна мы не видели, да? Да. Сука. Окей. Еще один. Хорошо. Ты где, падла? Да! Прыгну. А, смотри, он был, короче, какой-то серый, теперь красный. Сначала серый, потом красный. Так, хорошо, у нас одна дверь получается, да? Здесь у нас никаких проходов нет, поворотов. Блин, у меня 9 минут осталось. Просто 9 минут. Хорошо, ну вот это место, это уже что-то новое, походу. Хорошо. Погоди. Там сзади. Вставай. Жать. О! Хорошо. Как я их просто... Жать, падла. Блин, один патрон, короче. Так, погоди, а здесь еще есть? Вот это что-то взрывается? Хорошо. Да какого хера я не могу? Я думал, патроны для пистолета возьму. Так, ладно. Забили на пистолет. 8 минут. Погоди, 8 минут. Куда идти? Здесь, сюда, туда. Вроде...
боже мой. Так, патрончик я заберу. В принципе, локации просвечиваются, да? Просвечиваются такие локации, которые... Хорошо. Отлично. Можно даже здесь разбить. Просвечиваются такие локации, в которых мы не были. Окей. Даже вот эту штуку можно разбить. Хорошо, хорошо. Хорошо. О-о-о! Босс! Мы нашли! Мы нашли его! Мы нашли... О-о-о! Нет, 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 только не оно. Только не она. Давай, ладно. Сейчас, блядь, где мой... Где мой базук? Где мой паунс фа-фа-фас? Чё-нибудь... В смысле? Хорошо. А я думал, меня убило. Хорошо. У меня самонаводящие стрелы. Так что не наплевать на тебя. Какая стойкая баба. Стойкая баба. Накуси, выкуси, падла. Фу. Мы все-таки сделали. Мы это сделали. Мы сделали эти столбанные пещеры, эти катакомбы, короче. Фу. Жесть. Кстати говоря, в комментах. Ну да. Ну как, не в комментах, мне и в личку там пишут, короче. Короче, не суть. Писали, что. Так, задание выполнено. Что в каждом, короче, локации, ну, вот эти вот задания, да, 2, 3, короче, по 6 заданий. Ты прикинь, по 6 заданий. Это офигеть. Как это проходить, я не знаю. Просто я не понимаю фишки той, что вот, допустим, да, в часовой башне взяли 100 пуль пистолета. Окей, допустим. Так, просто... Я не понимаю, вот допустим, задание в часовой башне второе. Ад. Задание один даст. Ад? Вот. Так, не сохраняемся, потому что у меня все равно не сохраняется. Так, окей. В каждом задании по 6 штук. Я вот не понимаю, короче, как... Искать, короче, вот эти вот, допустим, собрать все сокровища. В смысле собрать все сокровища? Все алмазики или все вообще монеты? Что представляет из себя все сокровища? Может, здесь какой-то перевод просто неправильный, поэтому я вот и спрашиваю, я не понимаю. Вот. Если кто знает, короче, пишите в комментах там, ну, либо мне в личку, как это делаете. Ну, лучше в комментах, вот. Ну а пока, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.